сделала мне другие метрики. Угу. Вот, и я стал Шакарян Эльдар Сергеевич. Через интернет, в общем, мы очень много узнали, то, что раньше не знали вообще. Ну, например, что моя мама была председателем общества Эли Хаят, да. Она вообще такого понятия у нас не было. Ну, я, прежде всего, наверное, на меня произвело впечатление поездка в Крым. Я когда-то, значит, поехала в Крым сама и вот как-то, наверное, что-то такое почувствовала, что это земля моих предков.